Слово предоставляется почетному гостю, полномочному представителю президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Рапоте Григорию Алексеевичу. Уважаемый Сергей Михайлович, дорогие студенты, я вас поздравляю с этим замечательным праздником, приобретением нового жизненного статуса, началом студенческой жизни. У меня такое впечатление, я сам когда-то в доисторические времена был студентом, но вот когда встречаюсь со студентами, особенно вот в первый день, а это происходит время от времени, я всегда чувствую, как будто это было вчера. Дорогие друзья, вы поступили в очень хорошее учебное заведение. И самое главное, правильное учебное заведение. Вы знаете и слышите по радио, видите по телевидению, что страна встает на инновационный путь развития, что мы сочиняем, создаем всякого рода планы, в том числе и стратегического развития, экономического развития Приволжского федерального округа. И там основой является как раз инновационный путь. Вот реализацией этого пути предстоит заниматься вам. Вы приобретаете очень хорошую профессию еще и потому, что она дает системные знания и системное мышление. С этим мышлением вы можете работать везде. И в сфере инженерной науки и техники, это самое главное ваше будущее. Можете работать и в системе государственного управления, и во многих других областях. Человек, обретший инженерное звание, знание, он всегда может получить вторую специальность и юриста, и экономиста, и финансиста, но наоборот, получить инженерное звание практически невозможно. Это базовое системное образование. И вы будете этим гордиться, вы будете очень рады, что вы поступили в такое замечательное учебное заведение. Обычно, когда напутствуют учеников, студентов в будущее, то им говорят, чтобы они хорошо учились. Я немножко по-другому вам скажу. Я скажу так, не учитесь плохо, потому что специалист-троечник – это страшное явление в нашей жизни. Троечник-учитель не может хорошо воспитывать и учить детей. Троечник-врач обязательно приведет к гибели пациента. Троечник-инженер приводит к тому, что сейчас происходит в космической области. Вы видели, когда у нас два последних космических аппаратов не выведены на орбиту, наверняка там кто-то что-то напортачил. Не надо быть троечником. Лучше вообще бросить учебу, если уж не получается, и найти себе дело по душе и то, которое вы можете делать на отлично. И я вот желаю вам и вообще университету, чтобы таких троечников, их практически не было на выпуске. Это не означает, что в процессе учебы вы можете получить неудовлетворительную или там какую-то оценку ниже того, чего вы хотели. Но обязательно ее исправить. И обязательно на финише вы должны быть уверены в своих знаниях. Я вас поздравляю с этим новым качеством вашей жизни. Я желаю вам успех. Я желаю вам счастья.